поэты века, век 20-й, век 21-й, Хамза Хакимзады Ниязи. Узбекским женщинам подражание Фазли. Сними седру, открой лицо для всех прекрасный будь. Оковы на куски разбей, им не подвластный будь. Невежеству кинжал наук, вонзи глубоко в грудь. Науке мудрости мирской всегда причастный будь. Поблекшему во тьме лицу дай радостью цвести. Укрась ученых мудрый пир и розой красный будь. Невежество и рабство яд тебе дают муллы. Ты ханжество их обличай и речью страстный будь. Заставь их лица почернеть от злобы и стыда для всех, кто женщину не чтит. Стрелой опасный будь. Из тьмы чем мата, как из туч луна, блесни лицом, из темной жизни выходи. Зарею, зарею ясной будь. Лучи учености возьми, а не сурьму для глаз. Войди в дворцы наук, искусств, для всех них прекрасный путь.